В первой серии сериала «Магомаев» после триумфальной победы на международном конкурсе в польском Сопоте Муслим Магомаев получает предложение дать несколько концертов в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». О переговорах с французами становится известно в Москве. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева готова отпустить Муслима в Париж под личную ответственность, но при условии, что он будет соблюдать правила пребывания советских артистов в капиталистических странах и не отойдет от репертуара, утвержденного Министерством культуры. Магомаеву такие условия кажутся чрезмерно жестокими. Он уже готов отказаться от Парижа, но случай меняет все. В гримерке телецентра Муслим знакомится с оперной певицей Большого театра Тамарой Синявской. Узнав, что Большой также собирается с гастролями в Париж, Магомаев дает согласие на поездку. Посмотреть первую серию вы сможете 9 марта.